уже много лет Алтайский край является лидером в России по восстановлению лесов и предотвращению пожаров. Сегодня у работников лесного хозяйства профессиональный праздник. Лучшие получили награды из рук губернатора Александра Карлина. Глава региона отметил, что в крае сегодня сформирован мощный лесохозяйственный комплекс. Введен в действие селекционно-семеноводческий центр, где выращивают посадочный материал. Развивается деревообрабатывающее производство, создана эффективная лесопожарная система. Оперативность тушения превышает показатели многих регионов страны. И все это благодаря людям, а их сегодня в отрасли трудится около 7 тысяч человек. Губернатор вручил заслуженные награды работникам лесной отрасли, медали и почетные грамоты.